Эта вода, оказывается, с гор лежит. Там снег. Аня, what about this bridge? Я пошла на мостик. Сейчас он вымокнет. У него-то эти кожзам. No, I want to cross here. Чё? Go, go. Нет, я вот тут вот сейчас пройдусь спокойненько. Вот тут вот, что больно узкое. Ржавый кактус. Ой, да, смотрю, думаю, вот эта болванка сейчас обвалится на меня, и мне конец. Хоть вот одна ветка. И все. Убьет нафиг. Ой, поднялись мы уже сюда. Ух, классно. Ой, потрясающе. Какой пейзаж. Одни колючки. Ни одной живой души. Слушайте. Одна бы боялась я. Люди ходят по хайкам одни. Вообще ничего не боятся. Молодцы. Маша Сан-Диего. Ходит постоянно одна. По всем странам. Обалдеть. Кристина тоже. Может, я к этому приду. Почти дошли. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Вот, друзья, прошли огромный хайк. Ну, час где-то, даже с небольшим в одну сторону. Изи-пизи. Сказал изи-пизи. Спустились на другой уровень камней. Одни ходим. Ни одной живой души. Я что-то шла, думаю, а вдруг вот так вот, да, нападет какое-нибудь лесное зверье, кабан, рысь, ну, кто знает, из кустов вынырнет, нифига себе. Где мы? Хотели к флагу пойти, но раздумали еще больше. Все, друзья, спускаемся вниз. Отличный был хайк. Изи-пизи. Сейчас буду применять это слово. Мне так понравилось, как Рик меня научил. Сначала я долго смеялась, а сейчас решила пустить в обиход. Пополнить свой словарный запас, друзья. Смотрите, какие тут красавцы. Надо же, а? Кактусами пахнут. Вот сюда мы поднялись. Вот здесь мы были. Вниз смотрели. Вот с этой горищи. Да.
that thing came down, I don't know where it would stop. Смотрите, вообще, как он висит, упадет вниз. Обалдеть. How would you like to be down below that when an earthquake happens? Oh yeah. Обалдеть. Какая себе. Wow, that's weird. There you go. Это чтобы коровы, видимо, и животные не проходили. Клок остался от коровы, наверное, попыталась пройти в это узкое расстояние. Вот и все. Вот и все. Не прошло и 2 часов. Вот наша драндулетка стоит. Сейчас на нее сядем и домой поедем. Смотрите, снег все так и стоит красиво на горах. Вон там мы были вчера. Так, приехали в ресторан. Посмотрите, что эти пенсионеры заполонили все. Они только в ресторанах и сидят. В бассейнах-то никого нету. Что им делать? Походят по ресторанам. А мы что-то не зарезервировали даже. Время-то 5 часов. Мы пораньше приехали. Думали, сейчас будет вообще все свободно. Нет. Не знаю. Удастся ли нам местечко заполучить. Пианино играет. Посмотрите, что очередь. Ужас. Сегодня подавали беф строганов. Очень вкусно было. Я в шоке. Друзья, сегодня свершилось чудо. Сидим, едим. Я говорю, господи, первый раз такую вкусную еду ем, говорю. А Рик еще говорит, без строганов. Я думаю, так что ли просто назвал. Я говорю, как русская еда? Он говорит, нет, это из Германии. Короче, проверили, но я-то знаю, что это наша, наш без строганов. Он говорит, как мне понравилось. Я говорю, вот это да, первая еда России, русская, русская. Понравилась Рику. It's nice. Yep. И самое главное, что эта еда, она там не каждый день. Ее это какой-то специальный сегодня ужин. Редкость, короче. Друзья, отвечая на вопрос, как попасть на наш магазинчик, вы можете нажать в верхнем левом углу меня в синеньком кружочке, и вас перекинет на наш магазин интернет ютубовский. Потом под каждым видео есть ссылочка, можете тоже под видео зайти, отжать. И есть на баннере в левом нижнем углу ссылка.